Всем привет! Спасибо, что зашли на мой канал. Каждый день читаем карты. И сегодня мы будем с вами делать расклад на игральных картах. Задавайте картам ваши вопросы. Давайте сосредоточимся. Что бы вы хотели узнать? Либо на кого вы бы хотели посмотреть ситуацию. А по раскладу с первой же карты мы с вами увидим. Так, на дне колоды у нас девятка пик. Хорошо. Вопрос, который нас сейчас будет волновать, он, конечно, грустный, печальный для вас на данный момент. И вам больно, вы грустите, вы скучаете. Возможно, работа, которая у вас на данный момент есть, она не приносит вам удовольствия больше. Или отношения, да, они уже себя изжили. И вам нужен драйв, да, что-то новое, что-то свежее. Какой-то такой вот новый ветер перемен. Вот. Возможно, у вас что-то не в порядке со здоровьем. Вы плохо спите ночью, и вас мучает бессонница, ночные кошмары. Хорошо. Давайте с вами смотреть подробнее, что в вашем доме. Что у вас? Смотрите, что творится-то. Все при вас, девочки и мальчики, все при вас. Крестовый король переживает, ударствует. То есть мужчина, который на данный момент смотрит этот расклад, его волнует вопрос очень жизненный по поводу его жизни. Это человек деловой. Вам, возможно, по возрасту между 25 и 30, а также, возможно, между 35 и до 50. Но вы также зашли посмотреть этот расклад, потому что хотели бы знать ответ на свой вопрос по поводу дел финансовых. И я хочу сказать, что на данный момент у вас кризис в делах материальных. Финансовая ситуация, она пошатнулась. Вы хотите поговорить. Вам нужны советы. Вы ищете того человека, с которым можно было бы поделиться. Да? Психолог сейчас, это такое дело очень дорогое, а денег на это нет. Хорошо. Что вас заботит? Вы очень переживаете за своих близких и родных. Очень хотите поговорить об их жизни. Хорошо, давайте смотреть. Вы их очень любите. Вы желаете им добра, счастья, материального благополучия и процветания. Еще вы готовили подарок, но планы ваши нарушились. Хорошо, в данном раскладе у нас крестовый король. Значит, мы будем раскладывать на него. Что ж, этот человек попросился к нам в расклад. Тогда мы будем делать на вас. У вас могут быть темные волосы, карие глаза. Возможно, вы мужчина статный, занимаете хорошее положение в обществе. Но на данный момент вы одиноки, и вам нужны ответы на ваши мучающие вас вопросы. Итак, смотрим, что у вас под сердцем, на сердце, и что было, что у вас происходит в уме, что будет, и что вы будете делать. Давайте с вами смотреть
Делаем расклад. Сразу буду переворачивать карты, чтобы не терять время. Так, хорошо, смотрите, на данный момент недалекое ваше прошлое, то есть то, что произошло с вами недавно, был у вас разговор, денежный разговор, также вы беседовали о письмах, о телефонном звонке, о очень важных бумагах с молодым человеком. Этот молодой человек младше вас, он, возможно, даже стоит по карьерной лестнице ниже статусом, чем вы. Либо это может быть ваш сын, либо это может быть ваш младший брат, либо коллега по работе, и у вас с ним были беседы. Так, смотрим, что здесь. Смотрим, что здесь. Делаем расклад. Вау. Я еще не сделала полностью весь расклад, но уже вышло 4 туза. Пожалуйста, загадывайте ваше желание. Оно должно обязательно сбыться. Так, что я здесь вижу? То, что происходит на данный момент на работе. На работе, значит, ваша вся жизнь. Я не вижу дам рядом никаких совершенно. Я вижу только королей, молодых людей, и они все младше вас. То есть я хочу сказать, что мужчина, который зашел посмотреть этот расклад, крестовый человек, деловой человек, практичный, дипломатичный, не любит ругаться, он старается избегать конфликты. В его доме наступили перемены, и он идет нога в ногу с этими переменами, много встречается, много разговаривает, очень много в мыслях, что сказать, как себя правильно повести, как оформить бумаги хорошо, правильно, корректно, то есть не допустить ошибку. Вы очень внимательны к деталям. Сейчас на данный момент у вас есть человек, о котором вы постоянно думаете. Он, возможно, такого же статуса, как и вы. Это может быть ваш друг, может быть, родственник. У него темные волосы и светлые глаза. Могут быть зеленые, либо голубые, серые, волосы каштановые и темные. Также этот человек вам говорит, что идут большие перемены. Нужно срочно решать вопрос с документами. И, значит, человек, который будет вам помогать, он очень за это хлопочется и переживает. Он очень-очень переживает, чтобы все уладилось, чтобы вы смогли довести дела до конца. Ваши же дела, они выпадают как вот пустые для вас, что ли, да? Либо вы думаете, что все это зря, все, что вы делаете с этими бумагами, с этими ценными, то ли это могут быть какие-то приглашения, то ли это может быть оформление виз, покупание билета, потому что деньги, которые стоят на кону, и документы, они очень значимые, очень-очень значимые. В вашем доме ждут вас большие перемены. Я вижу, что у вас будет открыта одна дорога, очень скоро и очень быстро ваша ситуация должна будет разрешиться. Также у вас за спиной на работе есть пожилая женщина, либо женщина старшего
возраста, либо вы чуть, может быть, старше, чем вы, и у вас не будет разговор, по поводу этих перемен. Возможно, даже получится так, что вы уедете и оставите этого человека, на работе как в качестве главы предприятия. Давайте смотреть, что у вас на сердце. На сердце у вас очень крупные разговоры и дальняя дорога. Да, вы уедете. Под сердцем смотрим. Ранняя дорога. Ну что я вам скажу? У вас три шестерки. У вас дороги открыты, но и не совсем. Не хватает еще одной шестерки, чтобы я сказала: «О, да, все разрешится очень быстро. Бум, вы соберете свой чемодан, свой портфель, свои бумаги, документы, и вы уедете туда, куда вы надумали». Но я вижу только три шестерки, поэтому может быть небольшая отсрочка, но ненадолго, потому что этот вопрос будет разрешаться в течение недели одной-двух. Окей? Но этот расклад, который я вам делаю сейчас на данный момент, очень мощный. Четыре туза, мой дорогой, загадывайте желание. Пусть оно у вас сбудется, пусть все, что вы задумали, сбудется. Все документы уладятся, вы купите ваш билет, чтобы у вас все было устаканилось, понимаете? Хлопоты ваши, вы думаете, они пустые, они от вас отходят. То есть должно все разрешиться в вашу пользу. Хлопоты вашего товарища, да, вашего человека, которым вы думаете постоянно, тоже отойдут, разрешатся эти все проблемы. Так, ранняя дорога. Вы отъедете сразу же после этого расклада. Это будет для вас как эзотерический напиток, да? Что мы видим здесь? Разговоры, разговоры, переписки, письма, электронные почты, сообщения. Вот они, документы вы получите в свой дом. Пакуем в чемодан, забираем. Перемена в вашем рабочем месте, перемена на вашем предприятии. Она отходит. Вы найдете человека, который сможет это все устаканить и позаботиться о ваших делах. Дальше, что я вижу? А вижу я то, что по поздней дороге, то есть не сейчас, по поздней дороге вы будете крупно разговаривать, прям вот очень-очень крупно разговаривать о своей жизни с пожилой женщиной. Она будет переживать за вас. Вы тоже будете очень сильно переживать при этом разговоре. Тем не менее, ваш друг, товарищ, любезный, он вас успокоит. Вы останетесь при хорошем финансовом заработке. Может быть, вы снимете деньги с вашего банковского счета и сможете отправиться в дальнюю дорогу с этим человеком. Очень даже хорошо. Дай Бог, чтобы у вас все получилось, чтобы вы смогли завершить все свои дела, неотложки, все вопросы закрыть. Пусть Бог вам помогает. Пусть ваши дороги на то, что вы задумали, открываются. Спасибо, что зашли. Если вы почувствовали, что этот расклад резонирует с вами и с вашей ситуацией, я буду очень благодарна, если вы подпишетесь на мой канал и поставите пальчик вверх, лайк, что вам понравилось это видео. Таким образом, вы мне сообщаете, чтобы я продолжала свою работу дальше, делала расклады и помогала людям. Все для вас, все бесплатно. Я деньги за этот расклад не прошу ни в коем случае. Я просто хочу помочь. Благодарю и заходите на мой канал. Я буду очень рада вас видеть. И подписывайтесь обязательно.
Делитесь этим видео своими друзьями, знакомыми, близкими, вам людьми. Вы сможете поговорить, вы сможете закрыть свои вопросы, которые вас очень беспокоят. И всем вам благ, мои дорогие, мои любимые. Я очень буду надеяться, что у вас все уладится. Пишите в комментариях, как прошел этот расклад с вами. А я буду с вами видеться на своих дальних раскладах. Пока-пока.